смотри, так, Аркадий, я хочу ваше предложение, потому что, в конце концов, ну, я допускаю, что есть масса людей, которые не очень сильны в математике и физике. Ну, им не нужна математика и физика. Может, они никогда в жизни больше не узнают, как там соединяются эти вещества. Но, может быть, есть люди, которым, ну, не обязательно быть грамотными? Что мы так прицепились-то к ним? В чем вопрос? Вопрос в том, что, может быть, мы, понимаете, изображаем из себя какую-то, я изображаю себя какую-то фифу, и говорю, фи, как это неприлично быть безграмотным. А им не важно, для своей работы, для любви. Мы вместе. Мы вместе изображаем этих фиф. Я тоже говорю, совершенно невозможно, стыдно и неприлично быть безграмотным. Но в нашем обществе это не срабатывает, потому что это срабатывает в обществе, где есть понятие стыд, совесть, мораль. В нашем обществе нет таких понятий. Есть понятие бабки. А бабки за грамоту не платят. Как только начнут платить бабки за грамоту, все станут такие грамотные, ты даже себе не представляешь. Кто только будет платить? Нет, ну просто действительно, это вам что важнее, чтобы сантехник был суперпрофессионалом и сделал вам какие-то трубы, которые, да, или чтобы он, я не знаю, Бодлера читал без ошибок. Ну ведь это же было, я отвечу очень просто, Пушкина, что Пушкина, нужно сделать. Хорошо, Пушкина, да. Очень просто отвечу, что нужно сделать. Нужно сделать то, что сделать невозможно. Вернуть советскую власть и советскую школу. Никаких проблем. Вот спасибо, помогли, называется, дали ответ. Так, хорошо, хорошо, одна поправка, итальянская дам слово. Вернуть советские стандарты, но без идеологии, и все.